Как всегда, в РФ на известного юмориста просят завести уголовное дело и обвиняют в дискредитации армии. В России на Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о дискредитации армии РФ. Соответствующее прошение главе Следственного комитета РФ направил Фонд защиты нацисторического наследия. Теперь Следственный комитет должен проверить Слепакова на предмет высказываний, порочащих честь российской армии. Причиной тому стала его колыбельная о погибшем солдате. Вот что пел Слепаков под гитару. «А твой средний брат стал вонючим. Ванюша предателем, Боже его грешного спаси и прости. Не послушал Ван ни отца он, ни матери, и специалистом стал каких-то IT. А теперь героем воротился обратно, целых 9 месяцев страну защищал. Скоро мы ему установим оградку, и красивый памятник мэр обещал. Баю-баю, баю-баю, всех врагов не будет, а мы попадем в рай». Видео с песней Слепаков закончил фразой «Может и плоха мама, но зато велика страна». Отметим, роскомедийный актер и сценарист родом из Пятигорска. Долгие годы строил карьеру на центральных телеканалах. Снимался в сериалах. Весной 22-го Слепаков обратился к Путину, а также выступил против войны в Украине. СМИ пишут, что сейчас знаменитость живет в Израиле. В России тоже время планирует признать его иноагентом. Также добавим, по данным ОВД-Инфо, на фоне войны против Украины в России в 22-м по политмотивам задержали более 20 тысяч человек. После принятия в марте статьи о дискредитации Росармии, которые стали использоваться для преследования граждан, с антивоенной позицией заведены уголовные дела в отношении 424 человек, сообщают правозащитники.